День Республики Карелия совпал с проведением международного фестиваля эпической культуры. Эпосы народов мира в гостях у Калевалы. Показать национальный колорит и традиции своих народов приехали фольклорные коллективы из разных уголков мира. Всего на фестиваль приехало более 700 участников. В своих выступлениях они показали национальный колорит и уникальность своих народов. Все народы сильны своими традициями. Перед всеми стоит задача сохранить их. Фестиваль «Эпосы народов мира» в гостях у Калевалы проходит впервые. Организаторы уверены, что он станет традиционным. И в следующий раз в Петрозаводск съедется гостей еще больше.